Кстати, интересный факт, что писательница ходит и тоже говорит, что типа нет, я допишу, я закончу. Прям как художник, один в один. I have to finish it. Видишь, я закончу. Так. Персонаж, пройди до конца. Пусть твое сердце кровоточит. Что же произошло с детьми на корабле? Почему актер выглядит так, как он выглядит? Чем закончилась эта история? Чё, это оно? Какая жесть будет дальше? Последняя пластинка. Now they knew where they came from. Now they could scream themselves free. One glorious act. And then a vast silence. Мы уже близки к цели, я чувствую это, нет никаких сомнений, ни малейших колебаний, только воля, несгибаемая. Вот что у нас есть, вот кто мы такие, в конце концов. Так, фонарик есть, фонарик есть. О, это механика. Она вернулась. Внимание, на борту Зайца. Двое из них, предположительно дети, были замечены на нижних палубах у грузового отсека. Призываю всех свободных членов экипажа к поискам мальчика и девочки, которые без присмотра находятся на судне и подлежат немедленному задержанию. А что вот они им сделали? Ну типа... Ну не еду у них, конечно, воровали, но я не знаю, они будут наказывать детей за то, что они... Просто попали на корабль, и их даже не будут выяснять, почему это произошло. Some people believe in nothing, and so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Ну, просто как бы да, одно дело, это когда ты... Когда ты просто, знаешь, дети что-то, господи, прикалывались, шутки шутили, такие, давай залезем на корабль. Посидим там, не знаю, куда-нибудь уплывем, но это как бы одно. Но у них просто есть причина. Хотя на самом деле они реально пролезли на корабль. Это как бы не то чтобы законно. Наверное, они могли бы пытаться там как-то, я не знаю, от отца сбежать и по-другому. Ну, короче, вопросы есть. Я еще думаю, что типа их просто в какой-то момент, возможно, собаки начнут жрать, потому что, ну... Это как-то было логично, что ли? А куда мне? Вот тут только что была дверь, она просто пропала. А. Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. You and them both have no future without me.
go on. Be there for her. Like she was for you. Ну и актер, конечно, максимально безлик на фоне художника. Пошел в задницу. Понял меня? Отринь персонажа, найди себя. Потому что поняли, потому что он актер, но он как бы жил, на самом деле, не будучи собой. Найди персонажа, отринь себя. What do they seek? What do you seek? Yourself? Themselves? Why? There is only me. Ну только не черно-белый фильтр, ну нет. За что? Бро, как ты меня умотал? Но, дайте пройти. Не дать. Стоять. Это помогло? Я его закрыл там? Туда его. Если ты говоришь не делать, то я сделаю.
Мы предполагаем, что миссис, несмотря на предупреждение экипажа и приказ капитана, отправились ночью на палубу во время сильной бури и случайно упала за борт. Какая миссис? Upset. Да. Nothing really happened. Кипит уже. Что мне сделать? Телевизор сейчас горит, прием. Ну все. Кто платить за него будет? Ё-моё. Слава богу, что это манекен и как бы не будет демонетизации. Потому что мне кажется, что были бы это люди, YouTube бы такое не пропустил. Why am I always the one? Why weren't you there? Why didn't you protect me? Why did you let this monster? А какой? Что произошло-то в итоге? At her. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? You're insane! Shh! I'm having a conversation you cannot hear. Вот шизо, вот это примерно идеальное описание актера. Тело миссис нашел квартирмейстер, тело тайком сбросили за борт. Негодяй, если капитан хочет их найти, пусть сам идет искать. Просто миссис. Ну это не может быть его сестра. Это, она как минимум не миссис. Или все-таки...
Оно? Наверное, оно. Маяк! Маяк! Только это не тот маяк, но... Подожди. Позволил этому монстру сбросить ее с корабля или что? Правда, судя по всему, это вообще было кораблекрушение какое-то. Да? Отошу. We were meant to live forever. And I will. I will be forever. I will be. I will. Пошел в задницу. Пошел в задницу. The weight of this sad time
we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. That's a funny name. Can you help me find my sister? Кодик я пока не знаю. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я... Кто-то диалоги пишет. Сокровище есть, взять нельзя. Обидно. Крыс так не могу выпустить. Но это цель моей жизни. Что-то... Подожди, меняется? Рука. Другая рука. Ой. Что-то как-то ему не очень хорошо, по-моему. А тут что происходит? Мне надо сделать так, чтобы у него было все или как? Головы нет. Руки нет. А, типа, это что есть, это чего нет, да?
Но мне ему надо левую ногу дать. Что-то я не пойму. Я еще не пойму, мне его надо собрать или разобрать. Наверное, собрать. Просто зачем тогда... При этом... А так головы нет. Чего? Надо перевесить. То, что я ему отрубаю, оно оказывается здесь, на весах. Зачем, правда, мне их перевешивать, я не понимаю. Что это за головоломка? Сделай так, чтобы у него не было вообще ничего, я не могу. При этом тут есть вот эти вот... А, это причем это весы, которые похожи на... На это, на мышеловку. Да, короче, здесь будет голова. Я не знаю, здесь... Какая-нибудь нога, ну то есть, ну вот. Это оно? Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Только голова. О. Чё это было вообще? My debt to you, I will repay. Here is my pound of flesh. Это как-то, это максимально сейчас было контринтуитивно и нелогично. Просто методом тыка в итоге сделал. То есть, почему надо перевесить, чтобы потом крыса выбежала? Как это вообще связано? Wallowing in a sea of shame, I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Так, крысы везде собрались. Крысы, общий сбор. Или где-то есть еще? Тут я так понял, что там, где типа мертвая крыса лежит, вот там... Да, там я еще типа не был. Тут я был только что, как бы трупик пропал. Тут мы тоже были, и крысы здесь не... А, вот. Вот эта дверь. Закрыто. Открыто. My hands, the devil's playthings. Put them to some use.
Так они реально зачем-то нужны или что? Ну все, я везде был. Туда я не вернусь. Здесь эта комната. Там дырка. Тут сундуки, туда пройти я не могу. Здесь лестница вниз. Тут я тоже был. Только если, я не знаю. Но вряд ли тут что-то обновилось, потому что здесь тоже были крысы, да? Да, здесь тоже были крысы, ну то есть значит надо к- там, где сокровища. Просто как бы, если художник, он там, да, тут он построен на метафорах, на визуале и все такое, то здесь оно прям вот на, уже на грани абстракционизма какого-то. You're right, it is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain now. Lead us, O captain. We will follow you across the seven seas. Да нет, да отстань от меня. Да крути! You've lost another soul. Here we are again. You almost had it. She lied to me. She lied to me. She lied to me. Джимми, куда побежал? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever?
То есть, да. Я не могу двигаться. Персонаж — это буду не я. Когда встретимся вновь. Крейское почтовое судно «Одиссей». Трагедия эпического масштаба. Пучина поглотила британский круизный лайнер, половина пассажиров пропала. Сегодня ранним утром известие о том, что в Атлантическом океане занул наисовременнейший круизный лайнер, поразили как экспертов в области мореплавания, так и обывателей. Первый же рейс оказался для судна последним. Трагедия произошла на пятую ночь плавания. В одном из машинных отделений начался пожар. Несмотря на усилия экипажа, огонь распространился по нижним палубам и стал причиной мощного взрыва в котельном отделении, пробившего корпус судна. Точное число пострадавших остается неизвестным. Всего на корабле было более 1000 пассажиров и членов экипажа. По последним оценкам, около половины из них погибло при пожаре или сгинуло в пучине. Ну, типа, я все правильно понял. Так, у нас есть тут записи вот эти. Итак, он стал актером. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. You're not afraid to play your part. You accept the inevitable. You struggle against the current, you fight against all odds. Не понял. Я что сделал не так? You struggle against the current, fight against all odds. Почему? Что происходит? Что это такое? Он автоматически смотрит назад и все, и просто типа какой-то гейм-овер происходит. Что это? Или это, подожди, или это типа якобы еще не конец истории, это просто можно посмотреть. И мне сейчас надо сначала сгонять сюда. Я нихера... Я не понимаю, зачем... История художника лучше в 10 раз, короче. Now they knew why they feared freedom. Why they hid. Flow with the tide and pretended to be one with the void inside them. Now, in place of the void, there was a sea.
restless, roaring, terrified. Once they saw it, once they lit a flame in their soul, there was no turning back. No other way. Again, they felt the eyes of eternity upon them. They were here before. They faced that choice in the past. They felt the stare. Now, for the first time, they stared back. Привет. Стоять. Пламя истины стать, разорвать круг здесь и сейчас, остаться в цикле навеки. Кто выживет, кто умрет, кто я, черт побери, он, она, мы, я. Это место, оно кажется таким знакомым, будто мне уже приходилось здесь быть. Я все еще не могу найти выход, должен же быть выход. You see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Она выжила? Это такая же история, как у с художником, что типа у него просто это типа была сестра Слада, у Слада сладостных. Горечь для огорченных. Окей, нет, она все-таки не выжила. А к чему тогда это было, что ты пытался меня исправить, но сломался сам? Потому что он-то сломался точно. Зачем мне такой постер, я не знаю, но он теперь у меня есть. Где-то должна быть кнопка, наверняка. А во. Thank you.
Так, ну это Морзе, но я не умею в Морзе, и я не вижу никаких подсказок, которые могли бы быть связаны с Морзе. Прием, помоги! Я поеду дальше, окей. Дай бубы. Я тоже буду смотреть на тебя. Сколько прошло времени, я уже не помню, так тяжело вспомнить, я словно ускользаю, истончаюсь, а оно растет, и оно меня не отпустит. Should have lived this long. Forever is a very long time. Sometimes it's better not to be, to burn away completely. There's no place for me here. Only you, whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Not anymore. Как прелесть. Кот, помогай. Кот, давай, мы должны победить его вместе. Чё, стоп-кадры-то есть какие-то? Белый кот. Но это расизм. Now
And so will you. Что это было? Все мое, все сокровище будет мое, да, я богат, а где я? Закройте меня здесь. Оно всегда рядом, на шаг позади, накрывает меня собой, затягивает, я сбрасываю кожу, перевоплощаюсь во что... Не туда. Постоишь? Ты чё? Алло, ребята, вы... А, понял. Уйди, 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 уйди. Ну, мы сюда сходим. Ну, не сходим.
Наконец, я понимаю, где выход. Он здесь, во мне. Я, ты, кто ты? Песню пишем. How long can a man burn before he turns to ash? How can you know? Это зависит от части Dark Souls, в которую он играет. Of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. How many times must a man die before he can truly live? How many times? Look at it. This is what happens when you fail to take control. Look at it. Twisted, formless. Just. Все это время монстр, это был главный герой, который тоже был обезображен, он сам с собой это делал, вот это да! Поэтому это как бы марионетки здесь везде, понимаете, куклы, потому что они не настоящие, они все одинаковые, не искусственные. Как и он в погоне за индивидуальностью. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason. You see through it. You cut away the strings. You're not afraid to play your part. You accept the inevitable. You struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will... Больше ее никто не видел, судя по всему. Ну а как она там не могла выжить? Как Джеймс, правда, выжил, для меня тоже загадка. Looking for answers. For purpose long gone. We carry on and on and on. What cruel part we have to play. To live on once they went away. Avast, Mr. Hardy. Avast. What's gone is gone. What's past is past. For there are things that should not be, and there are wounds that time won't heal. When all seems lost, when all is gone, we do not have to carry on. To put away what sadness wrought.
Steady your aim and take your shot. Just as I thought. A mother long gone. A sister's last breath. A life for a life. A death for a death. The flame that burns the lies away. The truth revealed. Let come what may. Lay your head down, brother. Go to sleep. This vow is no longer yours to keep. Только хотел сказать, ну, типа, хоть концовка нормальная, да? Так, ну мы еще не в конце, между прочим. Персонаж это буду не я. Когда встретимся вновь? Так, и что? Ты так заптос к выходу, неважно, какой путь ты выбираешь, что... Понял. Понял, не понял. Ну, типа, рекординг? Или чё? Чё делать-то? Тут закрыто. Тут только коллектаблсы. О, нет, чё, опять эта катсцена? А, нет, история писала... Что? Возможно, типа, это просто хаб этой головы, и, типа, туда можно возвращаться, не знаю. Какой огонь! Это что такое? You always believed that words have the power to set free, and you were right. I think you should stay here. Focus on your writing. И всё?
Подожди. И продолжить нельзя. Ну, главу можно. Режим главы позволяет принимать иные решения. Но тут нет истории писательницы в принципе. Причем у кинозвезды мне не открыли концовку, которую мы получили. А тут тоже... А, одиночество принятия. Одиночество, возможно, закончилось бы суицидом. История дочери тоже с тремя концовками. Ну, короче, я... Окей, хорошо. Мы прошли игру. Перепроходить, чтобы там пытаться понять, как открыть эти концовки, я, ну, вряд ли буду, потому что в этих играх это делать абсолютно неинтересно. Это отличительная их особенность. Всем... Ну, как бы, интересно, наверное, что могло бы пойти по-другому, но перепроходить для этого целиком весь этот, ну, однотипный одноразовый геймплей вряд ли кто-то станет. Нет, ну, найдут, конечно, сумасшедшие люди, но это не я. Я... Ну, типа, норм, блуберы вот делают такую игру. Это буквально игра от блуберов. Вот что Observer, что в каком-то плане Blair Witch, сколько бы я его ненавидел, это вот буквально то же самое. Только здесь местами сделано хорошо, очень, местами не очень. Мне понравилась история художника, мне меньше понравилась история кинозвезды. Вот, история, которую, как я понимаю, типа должна вот их объединить, это история писательницы, которая про них пишет. Но, типа, что это должно быть конкретно, я не очень понимаю. Это как бы как будто сделано для галочки, с таким же шансом они могли просто вот те истории, которые у них уже есть, да, такой Layers of Fear, типа режиссерская версия, просто как бы целиком все напихать, и сделали как есть. Писательница здесь по большему счету не то чтобы нужна, и у нее нет особо геймплея, какой-то конкретно прописанной истории, то есть она просто существует, не знаю. Вот, но получилось в целом как получилось. О прохождении не жалею. Это был Layers of Fear, надеюсь, вам понравилось. Если так, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И обязательно заходите в описание в наши соцсети, в Telegram с новостями, анонсами и розыгрышами ключей. И на Boosty с эксклюзивными видосами для бустеров. Вы были на канале Фазгур ТВ, это было прохождение Layers of Fear. Увидимся, когда увидимся. Всем пока.